Размещается подпись. У нас есть лицо, есть японская физиогномическая наука, которая называется нинсо-гаку. Когда у человека вот такой вот нос, это значит, что Альцгеймер ему точно не грозит. Он до старости будет активен, креативен. Этот молодой человек не отягощен рефлексией и склонностью к раздумью. Некоторая узость лба тоже об этом свидетельствует. Но для художника, как мы знаем, рефлексия и раздумья – это не обязательно, так что это не мешает ему быть длинным. Когда у молодого человека в 30-летнем возрасте образуется вот эта вот линия, где-то с конца 50-х годов он из подмастерья становится самостоятельным художником, все более модным, начинает получать заказы. Это значит, что примерно с этого возраста он может с уверенностью смотреть в будущее. Повало, а толстота и красота были синонимами, он точно бы растолстел. Смотри, Беллини, автопортрет, она вот это здесь заинтересована, реагирует, ой, Беллини, автопортрет кого? Взгляд художника. Взгляд на художника. Взгляд художника на самого себя. Когда я пишу в качестве Бориса Акунина, я пишу для читателя. Персонажей отрицательных. Вставляю свои собственные. Есть писатели, которые пишут свой автопортрет. Как известно, у Шрёдингера был знаменитый кот, который был одновременно и живым, и мертвым. Ну, без противоречий.